Четвертый результат. У Сабины Ташкенбаевой завершает финал в упражнении с булавами Александра Солдатова. Три золотые медали на этом Кубке мира. Удачи, Саша. Вокальный дуэт «Араш и Асель» сопровождали выступление Саши Солдатовой. «Всегда» так называлась эта композиция. Ну что, порадовал нас Саша? Да, Саша молодец. Мне очень понравилось, как она сделала четкие, уверенные движения, выполнение элементов. Саша встает уверенно на ноги. Я думаю, у нее все получится. Она прекрасно смотрится на ковре, какие линии, и красивая гимнастка. Да, хочу заметить, что Саша очень любит зрителя, потому что Саша действительно очень красиво смотрится на площадке, ее элегантные линии рук, ног. Ну что, Сашенька? Четвертый тебя золотой медалью. С оценкой 21,1 Саша выходит на первое место. На второй позиции Ивиана Владинова с оценкой 20,25. И вторую бронзовую медаль получает Влада Никольченко, Украина. Final competition with Raymond representing the panel.